Дорогие друзья, от имени Министерства спорта Российской Федерации поздравляю всех жителей Норильска, весь Красноярский край с долгожданным открытием нового многофункционального физкультурно-спортивного комплекса «Айка». Это очень важный подарок для города, в котором суровый климат и сложные условия труда придают занятиям спорта особую значимость. Создавать возможности и поддерживать желание людей заниматься спортом – это важнейшая задача для государства и бизнеса. Хочу поблагодарить компанию «Норильский никель», которая активно инвестирует в спорт и благодаря которой Норильск обладает хорошо развитой инфраструктурой для занятий физической культурой. Над созданием комплекса много лет трудилась большая команда, и я хотел бы выразить признательность строителям и всем, кто был причастен к этому проекту. Минспорт продолжит сотрудничать с регионом и с бизнесом для того, чтобы у граждан нашей страны была возможность тренироваться и укреплять здоровье в доступных и достойных условиях, чтобы спорт действительно был нормой нашей жизни. Еще раз поздравляю вас и хочу пожелать как можно скорее приступить к тренировкам и соревнованиям в новом спортивном комплексе «Айка». Будьте здоровы! Спортивный и здоровый образ жизни – это очень важно и для меня лично, и я думаю, для любого человека. Вот, а в Норильске должна быть возможность заниматься спортом много, интересно. Поздравляю норильчан с открытием этого комплекса. Его давно ждали, так что спортивных успехов вам. Всем удачи. Дорогие друзья, создание современных, комфортных условий для занятий физкультурой и спорта является одним из важных элементов гармоничного развития общества. И в таких сложных климатогеографических условиях, как в Норильске и в других регионах нашей страны, создание подобных физкультурно-оздоровительных комплексов является непременным условием комфортного проживания граждан. Наш давний партнер компания «Норильский никель», который с Олимпийским комитетом России связывает очень давние партнерские и дружеские отношения, демонстрирует самые высокие стандарты социальной ответственности бизнеса. И сегодняшнее открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Айка», безусловно, является значимым событием для каждого норильчанина, для всех людей, которые любят, уважают спорт. Но вместе с тем открывает еще и новые возможности для занятия мини-футболом, любимым видом спорта в нашей стране, как на профессиональном, так и на любительском массовом уровне. Я уверен, что «Айка» станет новым окном возможностей для всех жителей Севера, и в будущем мы еще с большим удовольствием будем смотреть за результатами норильских спортсменов на всероссийских, а возможно и международных стартах. Я желаю всем норильчанам, всем сотрудникам оздоровительного комплекса хорошего настроения, прекрасного самочувствия и бодрости духа. Дорогие друзья, Норильск – историческая точка развития российского мини-футбола. Здесь выступает один из старейших клубов страны – чемпион и обладатель Кубка России «Норильский никель». В этом году у клуба появится новый дом – спортивный комплекс, отвечающий самым высоким современным требованиям. Это придаст новый импульс в развитии как главной команды, так и детско-юношеского направления. Существенный подъем ожидается при проведении любительских и массовых соревнований по мини-футболу, которым традиционно уделяется большое внимание в Норильске. Новый комплекс станет местом притяжения и для других видов спорта, позволит привлечь новые слои населения к регулярной физической активности, что особенно важно в свете реализации государственной программы по развитию физической культуры в России до 2030 года. От всей души поздравляю всех норильчан с этим прекрасным событием. Благодарю администрацию Норильска, компанию «Норникель» и лично ее руководителя Владимира Потанина за очередной важнейший вклад в социальную и спортивную жизнь города.